И всем привет, ребят, с вами Старвак, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство, которое изменилось у нас после нововведений и изменений в балансе. Это устройство на пушку Смоки. И посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вы ждали этот видос, если вам нравятся видеоролики, посвященные игровому формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунт, кисуйте ему лишний так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего обзорчика и устройства, то сегодня вместе с вами мы скатаем на системе высокоточного прицеливания это устройство за кристаллы. И преимущество этого устройства то, что у нас повышенный урон на 43% и крит урон на 60%. При этом время перезарядки у нас в два раза дольше, ну и скорость снаряда у нас тоже понижена. И учитывая тот факт, что скорость снаряда на смоке, в принципе, сейчас является очень и очень хорошей, а у нас будет еще и дополнительный большой урон, то есть возможность хорошей качественной реализации этого устройства, и играть с этим устройством я буду на бустере. Возьмем бустера, чтобы у нас были все припасы, ну и попробуем качественно, красиво, четко реализовать эту замечательную комбинацию в рамках матчмейкинга. Оставлю я Крусейдера, менять его, наверное, я не буду на Викинга, но думаю, что Крусейдер, в принципе, и так подходит неплохо для реализации такой комбинации. Поэтому пикаем быстрый бой, ну и смотрим, что же нам интересного здесь предложит матчмейкинг, и пробуем реализовать эту смоку. Честно, эта смока относительно недавно мне попадалась очень часто в матчмейкинге против, и я немножечко в моменте удивлялся тому, какие цифры урона вылетают с этой смоки, и сейчас будет интересно посмотреть, какие же уроны будут вылетать уже у меня, да, на этой пушке и с этим устройством. Три резиста от смоки есть в рамках боя, запикивает меня на Александровск. Три реза, если честно, это, ну, довольно большое количество. Так, ну и у нас скорость снаряда, ну, довольно-таки медленная. Плюс перезарядка, я смотрю, что тоже довольно долгая. Довольно-таки долгая. Ну и нам надо играть сближением с оппонентом, чтобы у меня со средней дистанции уже залетала максималочка урона с этой смоки. Пока что непривычно, учитывая тот факт, что я в последнее время чаще всего играл на смоке с... Ух ты, по полторушке. Нифига себе, с одного выстрела полторушку. Играл на смоке с штурмовыми снарядами до последнего обновления. И она мне очень сильно импонировала и нравилась, да, что касаемо урона. Залетала прям мега-мега круто. Так, я понимаю, что это ваншот легкого танка, если танк без ДА. Я правильно понимаю? Вроде как да. Вроде как это должен быть ваншотик. Сейчас попробуем по аресику здесь понаносить. По 10% резисту, по 1100 урона у нас с одной смоки залетает. Но нужно понимать, что и дистанция здесь, реализация этой смоки, будет лучше всего работать именно с середки. С большой дистанции уже такой реализации у вас не будет. Так, ну и 2000 урона по бездашному танку залетает тоже с одного выстрела, что является очень и очень неплохим уроном. Так, влетаем в попытки доставить первый флаг. Только у нас что-то тут уже противник по базе катается. Крит урон даже по... резисту у нас довольно-таки неплохой залетает. Так, 600 урона с обычной тычки. Ну и я ухожу здесь под разменочку. Резист еще один у оппонента. Васпа фриз здесь влетает. Пытаемся разобрать. Ой-ой-ой, шоковая заморозка, и я улетаю на респ. Так, ну пока, если честно, ничего необычного я не вижу от слова совсем. Да, пока что это явно не какое-то суперсильное устройство. Да, и учитывая даже тот факт, что у меня есть якобы повышенный урон, и в моменте я должен очень некисло накидывать урончик по оппоненту, в целом урона, ну, я бы, наверное, сказал мало, да? Я бы сказал мало. Да, цифры в моменте могут быть неплохие, может залетать прям неплохо, но это не какая-то там имба, либо какая-то лютая, знаете, там типа темка, которая может прям соло уносить противника в очень-очень быстрой форме. Да, в моменте может залетать очень неплохой урончик, да, но как будто бы все равно этого мало. Да, даже по безрезу, даже по резу,
Все равно в моменте этого мало. Ну и еще, если вы играете против шоковых заморозок, то здесь они вообще вас очень жестко начинают контрить. 4 килла у меня, 95 очков за 3 или 4 минуты боя. Да, это крайне маленький показатель. Но если посмотреть на нашу команду, то у нашей команды еще меньше очков. Да, не знаю, чем занимаются тут игроки. Паладинчик ужимается, залетает в тиммейта, а не в оппонента. Ну и по безрезу, наверное, все-таки эта смока еще смотрится куда более интересно по резисту. Но здесь прям уже максимально все грустно. То есть это получается ваншот легкого танка, если он без ДА. Да, то есть получается с такого устройства у нас появляется вот такая вот опция и возможность. Но скорость снаряда у этой смоки, я бы сказал, крайне маленькая. Да, если сравнивать еще и со старой штурмовой... со старыми штурмовыми снарядами, то здесь прям вообще мега-мега плохая скорость у нас залетки выстрела. Так, 8,5 минут до конца. Пробуем сыграть шире, но меня здесь тоже уносит. 5 киллов! 5 киллов у меня за полбоя. Даже больше, чем за полбоя. И даже учитывая тот факт, что у меня есть дополнительный урон, у меня есть дополнительная возможность как бы наносить урончик. Я считаю, что это все равно мало. Очень мало. Так, пробуем здесь сейчас накидать по васпику. Открытый он под нас стоит. Но вот видите, средняя дистанция, и урон режется в два раза. Сразу. Сразу в два раза идет порезка урона. Это, конечно, жестко. Когда так сильно урон режется. Так, пробуем накидывать здесь по оппоненту. Попробуем ввести флаг. Противников никто на базе не играет. Соответственно, у нас появляется возможность... увести флажочек. Так, меня на обрезочку пытаются здесь дать. Мы меняем жестко траекторию через центрика. Но здесь все равно у меня шансов нету, я так понимаю, ничего сделать. Да. Здесь нас все равно разберут. И даже через центрика противников чересчур много в средней зоне играет. 6 киллов! 7,5 минут до конца. Я, честно, думал, что это устройство значительно-значительно жестче. Вот, учитывая тот факт, что у нас как бы штурмовые снаряды занерфили, хотя, если честно, я на штурмовых снарядах занерфленных играл, да, на занерфленных штурмовых снарядах играл, и даже занерфленные штурмовые снаряды в моменте смотрятся куда интереснее, чем вот это устройство. Даже занерфленное устройство. А здесь, ну, как будто бы вообще бесшансовое. Просто бесшансовое. Что там рез, что не рез, то по безрезу ты наносишь урон. Да, как бы, ну вот в моменте может у тебя хороший урончик залетать, но чересчур много факторов должно работать в твою пользу, чтобы это устройство приносило пользу. Да, то есть ты должен играть, во-первых, от средней дистанции, да, во-вторых, ты должен играть по безрезу. В-третьих, ты должен, если играешь с бустером, еще успевать прожать полные припасы, чтобы тебя не зареспил танк, который будет на средней дистанции в тебя играть. Да, то есть тут очень много вот таких вот нюансиков, которые, конечно, не дают возможности конкретной реализации. То есть вот у меня смока, да, которую надо четко настреливать. И вот против играет Твинс с турбоускорителем. Но вот что сложнее реализовать? Твинс, где ты просто зажал... кнопку и стреляешь на любую дистанцию, либо смоку, у которой есть большое количество минусов, да, и которую намного-намного сложнее и труднее реализовать. Ну, очевидно, что ты на твинсе просто берешь, зажимаешь кнопочку и даешь лютого контентика. Еще, если честно, довольно большое количество промахов получается с этой смокой за счет того, что скорость снаряда работает не так привычно, как с штурмовыми снарядами, да, и здесь уже ситуация значительно-значительно тяжелее в реализации. Так, 10 киллов у меня за больше, чем половину боя. Отвратительный, если честно, результат. Отвратительный результат, ну и еще и 125 промахов в добавочку. Можем для сравнения взять просто занерфленные штурмовые снаряды, вот так, чисто, на 5 минут. И посмотреть, что будет с занерфленными штурмовыми снарядами в этой же самой катке. Устройство все такое же самое за кристаллы. Против резистов, то есть против всех тех же самых оппонентов. Только единственное, я
беру устройство, которое мне очень сильно нравится, у которого есть возможность наноски урона практически через всю карту, и при этом скорость снаряда хоть и даже занерфлена, но она довольно быстрая. Ну и посмотрим, что будет из этого всего дела. Ну так, чисто для сравнения. Для сравнения мне интересно, насколько вообще работает. То есть даже вот, занерфленная смока. Я вот этого типа 100%, 100% даю, что я бы его с высокоточкой сейчас бы не слил. Вот 100% даю, что с высокоточкой я бы его не забрал. А здесь с этой смокой бам, бам, бам. То есть, ну вот насколько жестко решает скорость снаряда. Насколько сильно решает скорость снаряда на сегодняшний момент времени на этой пушке. И даже против 4 резистов. Но вообще, если честно, это немножечко перебор, когда 4 реза от смоки. Мне кажется, что это супер-супер много. Так, ну и вот еще один килл. Быстрый еще один килл залетает. В моменте ты можешь накидывать просто спокойненько этот дамажик вкусненький. Ну, единственное, только когда ты против шоковой заморозки играешь, это немножко неприятно. Но так, в моментике, конечно, мне очень нравится. Вот, вот штурмовые снаряды, это вот прям вот то устройство, с которых я реально получаю нереальное удовольствие, когда играю на них. По сравнению с любым другим устройством на смоку, мне это устройство лично нравится очень и очень сильно. Хотя его сейчас занерфили, да, и есть, наверное, альтернативный вариант этой смоке. Какое у нас есть устройство, альтернативный вариант? Так, если мы берем штурмовые снаряды, скорость снаряда 50. Есть у нас какое-то еще одно устройство на смоку, у которого есть увеличенная скорость снаряда. Вот у нас есть устройство, прорезиненные снаряды. То есть у нас здесь с этим устройством скорость снаряда еще более быстрая. Да? Но при этом разница этих двух устройств в чем? Сила удара. А, и здесь у нас получается отсутствует крит-урон. Там крит-урон с тем устройством у нас есть. И скорость снаряда того устройства получается еще больше теперь, чем штурмовой, у штурмовых снарядов. Но нужно тоже понимать, что прорезиненные снаряды — это все-таки устройство за... не за кристаллы, да, и которая падает у нас, получается, с контейнеров. А это устройство, ну, у каждого есть возможность приобрести. Но на что касаемо прорезиненных снарядов, я, честно, на них давным-давно не играл. И как-то про них даже забыл, когда вот сейчас поменял устройство. Поэтому в моменте можно попробовать было бы и прорезиненные снаряды попробовать реализовать. Но что касаемо высокоточки... Да, и что касаемо штурмовых снарядов, то высокоточка даже с повышенным уроном является хуже устройством, чем вот это устройство. Мы можем, в принципе, запикаться сейчас в еще одну катку. Полный бой мы играть не будем, но сыграем хотя бы немножко, и тогда у нас получится уже обзор не одного устройства, а получается обзор на лучшее устройство на смоку на сегодняшний момент времени. Вот так вот у нас получится. Получится три устройства обкатать. Но пока вот штурмовые снаряды мне нравятся больше всего. Если вот так вот чисто рассматривать все устройства, которые есть на пушку смоки, то штурмовые снаряды мне пока что нравятся больше всего. Но если учитывать тот факт, что у нас получается прорезинка еще и с более большой скоростью, и есть возможность на ней еще и криты выдавать, то получается прорезинка еще интереснее смотрится, чем как раз таки это замечательное устройство. Так, и у нас есть еще на смоке, есть еще у нас устройство разрывные снаряды, тоже довольно интересное устройство. Ну, статус эффектники мы не берем вообще во внимание. Есть еще вот такое вот устройство, которое добавляет сплэш урон, и у нее радиус поражения тоже довольно таки неплохой. Ну и есть вот упорядоченная боеукладка, но в принципе это устройство, я бы сказал, что не особо интересное, в связи с тем, что оно как бы дефолтное, и единственный его плюс — это только то, что ты можешь каждым там четвертым выстрелом наносить критический урон. Да, то есть в целом я его тестировал, не скажу, что там что-то интересное есть. Да, поэтому сейчас, по сути, на смоку решают те устройства, на которых у вас есть возможность давать... с быстрой скоростью снаряда хороший урон. То есть все решает скорость снаряда.
За счет более быстрой скорости снаряда у вас есть возможность больше наносить урона. И, что самое главное, у вас будет проходить всегда урон. Да? Эта проблема на смоке тоже присутствует, то что у вас бывает не проходит урон. А здесь урон проходит и проходит стабильно. Так, ну и давайте немножко сыграем еще на смоке, как я сказал, с прорезиненными снарядами. Для сравнения штурмовых снарядов и прорезиненных снарядов. Сейчас мы тоже посмотрим, насколько лучше реализовать. Что касаемо пульсара, пульсар тоже, наверное, самый стабильный такой под статус эффектики. Но в последнее время я больше склоняюсь к тому, что мне нравится реализовывать устройство без статус эффекта. Именно на смоку. Да, вот именно на смоку мне больше нравятся такие устройства, в которых есть уже просто какие-то изменения в их балансе. Так, ну и что у нас? Еще быстрее, да. Еще быстрее летит снарядик. Еще быстрее. Так, а по урончику? Здесь еще у нас получается есть возможность рикошета от стенок. Да, то есть у нас есть возможность еще и дополнительного рикошета. Но по урону выглядит неплохо. И по скорости снаряда выглядит неплохо. Наверное, это на сегодняшний момент времени лучшее устройство на смоку. Тут еще и криты должны быть, по идее. По идее, еще и критические выстрелы. Но скорость снаряда прям максимально приятная. Прям максимально приятная. Плюс еще криточком. Ой, криточком. Ну да, криточком. Плюс еще может залететь урончик у нас от стеночки какой-нибудь. То есть в целом выглядит прям реально очень и очень достойно. И на мое удивление, есть ощущение, что это лучшее устройство на смоку прямо сейчас. Да, то есть штурмовые у нас, получается, снаряды занерфили. Это устройство у нас никто не трогал. А у этого устройства скорость снаряда сейчас даже больше, чем у штурмовых. То есть, по сути, сейчас это лучшая альтернатива занерфленным штурмовым снарядам. Так еще и у этого устройства есть возможность наноса урона от стенок. Да, ты можешь рандомно еще от стены нанести урон. И еще плюсом у этого устройства есть еще и крит. Да, вот сейчас, например, кстати, от стенки как-то что-то попал. Куда-то залетело, вот еще залетело, еще залетело. То есть просто на рандоме залетает у нас какой-то дополнительный урончичек. То есть по сути, ну, наверное, это да. Это лучшее устройство на смоку прямо сейчас. 8 киллов уже есть. Просто 8 киллов с такой катки. При том, что я запикался чисто на обзорчик такого устройства. Ну и 9 киллов уже даже имеется у нас. То есть по сути, с такой катки можно выжимать... Ну, наверное, киллов 40. 30-40 киллов, я думаю, что с таких каток можно смело выжимать. С такого устройства и с такого вооружения. В целом, наверное, я думаю, что даже мы дальше играть не будем, чтобы не затягивать весь этот видеоролик. В принципе, по первым 3 минутам я уже могу сказать, что это устройство реально показывает очень и очень хорошие результаты. Ну и на мое удивление, все-таки... То устройство, на которое я изначально хотел сделать ставку, которое я хотел протестировать сегодня, потому что я хотел протестировать только одно устройство, оно меня очень сильно разочаровало. И по сути, система высокоточного прицеливания – это довольно-таки слабое устройство на сегодняшний момент времени. И лучше всего прорезиненные снаряды подходят для реализации и игры на пушке смоки. Вот такой вот интересный обзор 3 устройств у нас получился. Да, пишите, что вы думаете по поводу смоки, какое устройство на эту пушку вы для себя считаете самым сильным и самым актуальным на сегодняшний момент времени. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.